Здравствуйте, друзья! Сегодня сделаем обзорчик бракованных монет, которые есть у меня. 5 рублей. Я его уже, по-моему, показывал где-то. 91-го года. Без монетного двора. Один рубль 15-го года с тремя расколами штемпеля. Но он блестит, и его плохо видно. Вот один. Так, и вот здесь два. Выступающие бугорки. Так. Следующая монетка. Три копейки 24-го года. Вот смотрите. Я тут ленту приклеил, чтобы вам показать. Вот так. С этой стороны. А с обратной. Вот. Где-то градусов 30-35. Такая вот монетка. Так, 10 рублей 92-го года. Ленинградский монетный двор. Переворачиваем. Вот так. Где-то градусов 40. Может, 38. 10 рублей Московского монетного двора 93-го года. Переворачиваем. Так. Вот. Тут еще больше. Тут вот где-то градусы 43. Вот такая монетка. Ну и одна вот у меня 5 рублей. Ну тут незначительный поворот. Но все равно. Я его оставил. Посмотрите, оцените. Такие вот у меня есть монетки. А вот эти пятерку, 5 рублей и десятки. И вот эту 5 рублей без монетного двора. Килограмм 5 я перелопатил. Досталась мне такая кучень. Но самым интересным я считаю 24-го года. 3 копейки. Вид, конечно, непрезентабельный. Но все равно, более-менее. Четвертое. Ну, само наличие брака радует. Всего вам доброго и удачи!